За выходные вы так и не смогли встретиться. Он ни разу не пригласил тебя выехать на природу, в то время как все твои подруги 100 раз успели полакомиться мясом на гриле в компании своих бойфрендов и их друзей. Скорее всего, у твоего мужчины просто есть семья, с которой он проводит все выходные и праздники. Это главный признак, по которому можно определить, женат ли мужчина. Ты думаешь, что у него просто очень много работы. Плотный график деловых встреч и активная программа тренировок в фитнес-клубе. На деле все может быть значительно проще. Он не берет трубку, потому что рядом сидит жена. Рестораны, кино и парки – все это не для вас. Он любит встречи у тебя дома, объясняя это желанием отдохнуть от насыщенной рабочей жизни и встреч в кафе. Может быть, это и правда. Но, скорее всего, он просто боится, что кто-нибудь увидит вас вместе. И вообще терпеть не может фотографироваться. «Селфи – это для глупых девчонок», – говорит он. А еще у него нет профилей в соцсетях, так как это тоже не для серьезных людей, как он уверяет. На деле в соцсетях просто присутствует его жена, от которой он пытается скрыть свои похождения. Вы встречаетесь уже пару месяцев, а ты все еще не знаешь его точную фамилию, адрес, домашний телефон, место работы и другие вещи, тут явно что-то нечисто. Может быть, он просто ограничен в средствах. Или жадина. А может быть, он не может дарить тебе дорогие подарки, потому что большую часть своих денег тратит на законную жену. Выяснить это непросто, ведь щедрость по отношению к любовнице тоже бывает признаком влюбленного женатого мужчины. Почему он изменяет, вполне понятно, жена, которая когда-то казалась лучшей девушкой на свете, поднадоела. И тут на горизонте появилась ты, красивая, молодая и, самое главное, другая. Эффект новизны является одной из главных причин измен. Это своего рода уход от реальности, возможность попробовать все снова, испытать волнение от влюбленности. Тогда какой интерес для любовницы встречаться с женатым, который всегда занят по выходным и никогда не приглашает на свидание в публичные места? Некоторых девушек такой формат отношений вполне устраивает. Особенно тех, кто уже замужем. За другим, естественно. А также к подобным встречам готовы девушки, которые по каким-то причинам не хотят заводить серьезное отношение с обязательствами. Например, после недавнего тяжелого расставания. Опасность здесь есть в том, что ты можешь влюбиться или забеременеть. А может, и то, и другое одновременно. А он не захочет уходить от жены. Что делать, если мужчина женат? Прежде чем начать такой роман, взвесь все за и против. Скорее всего, игра не стоит свеч. С другой стороны, есть немало примеров, как из отношений несчастного женатого и его любовницы складывалась отличная новая семья. Но это уже совсем другая история, непростая для вас обоих, но, возможно, очень счастливая. Фото Getty Images.